Друзья, всех приветствую. Собрался на рыбалку испытать аэросани. Но у нас, как видите, весь снег растаял. Остался только лед. Думал санки переобувать в лыжи. Сейчас стоят коньки. Как помните, из прошлых испытаний проводились на пруду. И на коньках они прекрасно бегают. А теперь сделал для них вот такие вот лыжи. Широкие задние. Это из половинок сноуборда. И передняя лыжа от горных лыж. Одна лыжа от детских горных лыж. Вот они должны были устанавливаться вместо коньков. Вот сюда вот. Но так как у нас, видите, снега нет практически, один лед, то придется ехать именно на коньках. Вот примерно так будут сзади находиться санки с ящиком и буром. Вот. Вот так вот и поеду на рыбалку.